Жизнь в мегаполисах динамична. Высокий темп равно стресс. Иногда нужно просто немного отвлечься. В нашем городе есть место, где можно найти гармонию, оздоровиться и избавиться от стресса. А главное сделать это при помощи приятного ритуала. Спа-салон 7 звезд. Это возможность испытать на себе восточные техники оздоровления, ведь в салоне работают 25 мастеров из Таиланда. 7 звезд – это для тех, кто хочет за полтора часа привести свои мысли в порядок, отдохнуть и избавиться от городской суеты. Началось мое погружение в мир здоровья с массажа с травяными мешочками. Он способствует нормализации сна. А после продолжилась стоун-терапией. Это массаж горячими камнями вулканического происхождения, которые за длительный период формирования накопили в себе целительные свойства. Изюминкой моего посещения стал массаж в исполнении двух мастеров. В моем случае все это была подготовка к традиционному тайскому массажу. Тайский традиционный массаж делается с тайским бальзамом, а также с элементами скручивания, ленивой йоги и растяжки. Тайский массаж позволит избежать последствий сидячего образа жизни. Всего за несколько сеансов можно избавиться от боли в мышцах шеи и спины, расправить плечи, выпрямить осанку, а также наладить сон и повысить настроение и память. После полного расслабления, еще немного расслабления, мы переходим к чайной церемонии. Оздоровился, омолодился, а главное, снял стресс и усталость. Отличный подарок в преддверии Нового года. Кстати, если вы хотите подарить расслабление для близких, есть подарочные сертификаты. Или, например, пройти программу вместе с близким человеком. Такое тоже возможно. Что хочется сказать? Это чистый кайф. Правда, после процедуры говорить не хочется. Вкратце, РБК Пермь рекомендует спа-салон 7 звезд.